Мне хочется сказать слава Господу. Вы знаете, этот прекрасный день сотворил Господь, и мы благодарны Господу за то, что мы еще можем собраться в этот прекрасный день и прославить Его святое имя. Сегодня я хотел бы немножко порассуждать на тему о молитве. Вы знаете, казалось бы, зачем говорить верующим людям о молитве, правда? Верующие люди, как никто, умеют молиться, знают, что такое молитва, потому что посредством молитвы не раз получали ответ. Но я не знаю, почему-то хотелось бы больше обратить внимание на сегодня на молитву, чем на что-нибудь другое. Потому что Слово Божие говорит нам так, что не делаете, то делайте с молитвы, начиная молитвой. Что бы мы ни делали, всегда мы должны просить Божьего благословения, чтобы Господь нас благословил или в том, или в другом деле. И вы знаете, когда смотришь на Писание, то когда видишь, что ученики, когда Господь избрал, почему-то они потребовали Иисуса Христа, чтобы Он научил молиться. Вы знаете, они, ходя за Иисусом Христом, они видели различные чудеса. Сколько они видели чудес, знамений, разное, что совершал Господь на земле. Они могли подойти и сказать: «Господи, научи нас делать эти чудеса». Или еще что-то научи нас делать. Но они поняли и увидели, что ценное, самое главное, ценность в том, что в молитве. И они видели, что Христос, будучи каждый день, толпа людей была, утомлялся. Но ночами Он проводил в молитве. И вы знаете, мне сегодня хотелось бы немножко поговорить. Кто-то сказал так, что молитва без дел – это попрошайничество. А дела без молитвы – это рабство. И на молитву есть три ответа. Знаете, мы иногда думаем, что на молитву есть два ответа, но иногда бывает, что на молитву есть три ответа. Первый ответ – это «да», тот, что нас всегда радует. Всегда мы верим и молимся, что наша молитва будет услышана на высоте небес, и что она будет принята, естественно, и понимаем, что хотелось бы, чтобы это было «да» всегда. Второе, на молитву бывает ответ «нет». Но это тоже ответ. И в третьем, то, что я хочу сказать, есть ответ «не сейчас». Есть «не сейчас». Господь посылает ответ, но не прямо сейчас. А нужно, может быть, согласиться с волею Божией или определением каким-то, и нужно подождать. Вы знаете, когда читаем, посмотреть Священное Писание, то мы можем увидеть некоторые места из Священного Писания и немножко порассуждать. Если взять Даниила, 6 главу, посмотреть на некоторые места из Священного Писания. Даниил, 6 глава, возьмем, я выборочно прочитаю, 4 стих. «Тогда князья и сатрапы начали искать предлога обвинению Даниила по употреблению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, никакой погрешности или вины не оказалось в нем». 10 стих. «Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же горницы его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу, и славословил его, как это делал он прежде всего того». Вы знаете, интересный человек. Сказано, что Даниил был, превосходил всех сатрапов и чиновников. Он был очень благословленным мужем и богобоязным. И вы знаете, все те, которые были, находились вокруг него, они заметили, что точно с этим человеком Господь. И знаете, вместо того, чтобы радоваться, что есть в царстве такой человек, одаренный, можно сказать, Господом, то некоторые люди начали завидовать этому мужу Божьему. Некоторые люди начали искать предлога, чтобы навредить, всячески помешать, чтобы этот человек не смог дальше подняться. Они начали искать предлога, лукавство, чтобы только остановить, чтобы этот человек не мог дальше подняться. Братья и сестры, иногда бывает и в нашей жизни такое.
Когда мы видим талантливого человека, брата или сестру, или молитвенника, знаете, мы иногда, я сам в своей жизни замечаю такое, что когда пришел до Господа, мне без разницы было, кто там молится громко, кто-то молится тихо, кричит или молится. Знаете, я не обращал этого внимания. А почему? Потому что мое желание было, чтобы соединиться с небом. Моя цель – соединиться с небом. Вы знаете, когда у человека есть цель соединиться с небом, он не обращает никакие помехи. Не смотрит, кто там что говорит, кто что говорит, или скажет ему в глаза, или в уши потом. Но он старается сосредоточиться, чтобы молитва достигла неба. И я понимал так и был научен так, что, допустим, нужно научиться молиться искренно, чтобы твоя молитва, она достигла неба. Раз. Второе, чтобы ты получил уверенность в твоей молитве, что эта молитва принята. Знаете, можно сегодня молиться сам себе. Вы скажете, как сам себе? То есть обрадовую молитвой. Эта молитва обрадовая может происходить, и человек не может получить ответа. Почему? Вы знаете, я замечал только, не только в своей жизни, и я думаю, наверняка, то, что иногда мы преклоняем колено, когда молимся, вы знаете, наши мысли иногда расходятся очень далеко. Самым телом находимся, допустим, сегодня в служении в этом, в церкви, и когда мы начинаем молиться, может быть, кто-то и борщи сварил, кто-то в посещении побывал, кто-то уже и поутюжил, еще что-то сделал мыслями. И вы знаете, и мы хотим получить ответ в такой молитве. Не будет так, братья и сестры. Вы знаете, молитва должна быть уединенная с Богом. Она должна быть оцентрированная. Никаких побочных помышлений не должно быть в разуме человеческом. Молитва должна быть «я и Господь». Больше я никого не должен в тот момент иметь. Но если нас побочные эти мысли действуют в нашем разуме, или еще, знаете, я больше чем уверен, что многие сегодня люди так стоят на молитве, и сатана им внушает эти мысли, подгоняет, что ты закрыл квартиру, или ты выключил утюг, или еще чего-то, когда идет проповедь, чтобы ты не услышал то, что ты сегодня должен был услышать. Он всячески старается обмануть, обокрасть, чтобы ты не услышал, чтобы ты не соединился с небом, чтобы ты не получил ответ, чтобы ты был такой, знаете, удрученный постоянно, чтобы ты не доверялся Господу. Но Господь любит крепко нас. И всячески старается и хочет, чтобы нам помочь. И вы знаете, Даниил, он превосходил всех чиновников, сатрапов, и вы знаете, их появилась зависть. Зависть – это грех. Пусть нас сегодня этого не будет. Вы знаете, я не раз так думаю в своем сердце, как бы, знаете, в церкви было очень, было бы хорошо, чтобы все были молитвенники. Как бы в моем сердце я не раз так думал, чтобы в церкви нас были все сосуды. Как хотелось бы быть, чтобы все были проповедующие, служителям было бы как хорошо, не имели бы в этом проблемы. Но почему-то у нас этого нету, братья и сестры. Мы иногда и понимаем, и соглашаемся, и головою можем кричать, что мы согласны с этим. Но действовать, почему-то не действия нет в нашей жизни. Вы знаете, иногда почему нету, все хотят молитва, чтобы достигла неба и получить ответ «да». Но вы знаете, иногда почему этот ответ «да» не приходит в нашу жизнь? Потому что в Библии, как мы молимся молитвой «Отче наш», есть там такие слова. «Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Знаете, я так не раз рассуждал и понимал, и понимаю сегодня, что воля на небе. Я представляю, что Господь позвал ангела и сказал «Иди, сделай то». Он говорит «Хорошо». Другому сказал «Иди, принеси то». Он «Хорошо». И воля соответствует. И я понимаю то, что сегодня мы делаем на земле. Скажи, брат, тебе нужно, или сестра, тебе нужно, молящая женщина должна быть покрыта платком. О, это вопрос. Мы еще поспорим. А знаете, Слово Божие говорит, вымыслов человеческих Бог что? Ненавидит. Как может быть воля соответствовать здесь на земле с волей Божьей? Если мы противимся Слову Божьему, поймите, братья и сестры,
Почему иногда мы не получаем ответов? Потому что мы иногда противимся Слову Божьему. Потому что мы иногда сделали с человеку угодниками, а Бог хочет, чтобы мы были Богу угодниками. Тогда Бог начнет в нашей среде действовать и принимать наши молитвы. Если воля Божья расходится с Писанием, Словом Божьим, знаете, не будет ответа в жизни нас. Мы должны это понять, братья и сестры, чтобы воля на земле соответствовала воле Божьей. Если это Слово Божье нам дано сегодня нам, то мы должны понимать, что мы его сегодня должны исполнять. Я понимаю, если я сегодня пришел в церковь, если меня сегодня Господь нашел, то апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Господь. И если живет во мне Господь, то мы сегодня не должны противиться Слову Божьему. Мы должны его полюбить и исполнять его, а не найти стих и прикрыться этим стихом, что так написано. Пусть так сегодня, дорогие друзья, братья, не будет. Вы знаете, о молитве можно говорить много. Но хотелось бы так, чтобы действительно мы поняли то, что молитва действительно содержит нашу жизнь. Я знаю, сегодня вспоминаю, так сидел и вспоминаю, сколько в моей жизни Господь ответил на мою молитву. И не только на мою молитву, а на молитву, когда я и нуждался в церкви, или нуждался в моих братьях, моих сестер, просил, чтобы они за меня помолились. И вы знаете, Господь слышал, вне зависимости, кого слышал, или братьев моих, или сестер, или меня, но я радовался в том, что молитва была услышана на вести небес. Вы знаете, недавно мы посетили одну церковь. 10 месяцев назад мы эту церковь посещали, и нас пригласили повторно в эту церковь. Там встретили, когда мы первый раз посещали одну церковь, знаете, когда нас пригласили после служения и покормили нас, там пришли люди, чтобы помолиться. И одна сестричка подходит, пожилая такая, и она говорит, «Братья, я нуждаюсь, чтобы вы за меня совершили молитву». И я спросил ее, «В чем вы нуждаетесь?» Она говорит, «Так ослабела, так чувствую себя плохо, я нуждаюсь в подкреплении духовном». И я спрашиваю, «Вы хоть крещены Духом Святым?» Она говорит, «Да». «А когда вы последний раз молились?» Она говорит, «Не помню». И вы знаете, братья и сестры, когда мы совершили молитву за этого человека, за эту стричку, вы знаете, когда закончилась молитва, я никогда, можно сказать, такого ощущения еще не видел, как увидел на этом человеке. Этот человек преобразился. Представляете, личность этого человека преобразилась. Вы понимаете, лицо стало сиять в этой сестре. И мы уехали такие вдохновленные, благословленные, что хотя бы за одного этого человека стоило преодолеть какое-то большое расстояние. И вы знаете, мы сейчас посетили, 10 месяцев прошло, и увидели, заехали в эту церковь, и увидели эту стричку. И вы знаете, что мы увидели? Настолько меня радость наполняла, и было в сердце мое переполнено видеть эту сестричку. Она радующая, сияющая, можно сказать, в церкви, она лучше всех молилась. Лучше всех бодрствуя, сияющее лицо так и продолжает ходить в этом состоянии. И вы знаете, как было приятно это видеть. Вы просто, может, не понимаете, как Слово Божие говорит, радуйтесь радующимся. Как меня эта радость наполняла видеть, что этот человек бодрствует, что этот человек с Господом и в Господе. Слава Господу, братья и сестры. И что это сделало? Деньги? Валюта? Нет. Это сделал Господь, братья и сестры. И сделал Господь посредством чего? Посредством молитвы. И я думаю, дорогая церковь Господня, вы не один из нас, из каждого, каждый из нас молился же уже не один раз. И не один раз получали ответ от Господа. Как мы поем один псалом, «Милости Господней, вспоминай, считай». И я думаю, вы сидите сейчас наверняка в сердце и рассуждаете, сколько раз хранил Господь. Я помню однажды, когда я был еще неверующим, не знав Господа. Я работал водителем,
И ехал, и по одной стороне делали асфальт, проложивали, была гравейка такая высыпана, а по другой ездили машины. И на встречу легковая машина очень при большой скорости мчалась, она должна была уступить мне, и она перед самым мною выскочила на большой скорости, повернула на эту щебенку, вы знаете, за колесами эта щебенка понеслась мне просто в стекло лобовое. И смотрю, летит камень такой, ну, два кулака больших. И этот камень пробивает мне стекло, вдарается в руль и вылетает опять с лобового стекла с машины. Представляете, я сегодня, в то время я не понимал. Я остановился, разбил остальное стекло, потому что невозможно было ехать, оно затемнело все. Осталось две дыры у стекла лобовому. Я об этом ничего не понимал. Но я сегодня понимаю, что уже враг намеряет то, что придет день, когда Господь позовет меня. Потому что Господь сказал, что я тебя еще нашел от чрева матери. И вы знаете, уже враг знал, что Господь стучится в мое сердце. И уже в то время сатана хотел погубить меня. Сегодня я понимаю, что действительно, я представляю, если бы этот камень не ударился в руль, а ударился в грудь или еще куда, естественно, наверняка можно было бы не выжить. Потому что он ударился и вылетел с такой скоростью, как вошел, так и ушел. Но это была милость Господня, братья и сестры. И я сегодня об этом вспоминаю, сколько раз хранил Господь. Я помню, как однажды в армии ехал на завес командира и возвращался, и там был у нас архангельский служил, движение там 4 полосы, там 6 было, и резко едешь, двойное движение, потом резко одностороннее движение. Если знак проморгал водитель, знаете, тогда резко выскакиваешь на встречное движение. И я смотрю, что я уже при скорости не вписываюсь в этот поворот, потому что я выскочу на встречное движение, и мне нужно было тормозить, а знаете, после дождя, как в гололед тормозишь. И начал тормозить, чтобы войти в этот поворот. Моя машина, как это было лето, одна рука была на форточке, вторая за руль. То знаете, когда рука упустилась, моя машина переворачивалась, доставя землю рукою. И потом резко моя машина падает на колеса, и несколько таких поворотов, маневров, и выровнялась, и я остановился. И думаю, ох, молодец я. Знаете, потому что человек, не знавший Бога, все принимая славу для себя. И я подумал, ну молодец, сумел в этой ситуации. Это же надо так, землю рукой достал, машина боком лежала, упала на колеса и не перевернулась ничего, и восстановилась несколько маневров. Сегодня, когда я пришел к Господу, я понял, что это был опять не я. Это не была моя тактика, не была моя способность. Это была рука Божья. И милость Божья. Та, что она хранила меня до сегодняшнего дня. И так уж, может быть, хранила и хранит, другие друзья, братья и сестры, рука Господня и вас до сегодняшнего дня. Пусть нас сегодня Господь каждого отдельности благословит и поможет нам. Знаете, я посмотрю человека Божьего, который молился. И который, знаете, один человек сказал так. Это был Самуил. И я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться. Видите, какой муж Божий сказал такие слова. Я не допущу греха перед собой, чтобы молиться. Чтобы не молиться. Вы знаете, иногда мы позволяем себе расслабиться. Но каждый воин, он не должен расслабляться. Потому что если мы где-то расслабляемся, то мы знаем, что враг Давид, когда мы читаем, однажды он решил расслабиться. И вы знаете, чем это закончилось? Это закончилось печалью. Если мы сегодня, исследуя за Господом, идем, а мы в дороге, дорогие друзья, а мы в пути, и если мы где-то расслабляемся, то знаете, враг начинает нас настигать. Враг начинает нам наносить всяческие удары. И я хотел бы сказать то, что мы знаете, почему люди сегодня не молятся? Потому что нет веры во многих. Во многих людях сегодня нет веры.
Многие люди сегодня утирали веру в Господа. И они, знаете, одна сестричка молилась за своего неверующего мужа. Долгое время. И однажды она приходит в служение и видит, что ее муж читает Библию. И вы знаете, она возрадовалась об этом. Она не обрадовалась об этом, да, говорит, а что с тобой происходит? А разве ты не знаешь, что с ним происходит? Ты же за его молилась. И Господь начал работу свою в его сердце. И вместо того, чтобы сказала, слава Богу, Господь слышит мою молитву. Уже процесс работы пошел. А она, видя какие-то шаги, она усомневается в том, что молилась. Или если взять, я люблю приводить, помните, она таких людей, которые Захарию взять и Елизавету. Они были преклонны года. И по жребию им вошло в храм молиться. И там явился ангел Господень и сказал, Захария, молитва твоя услышана. Обрадовался Захария? Нет. Будучи служителем, он не обрадовался в этом. Он пришел в сомнение. И когда, вы знаете, я смотрю на эту историю так не раз и не раз напоминаю ее и думаю. Знаете, я думаю, что и в наше время многие священники похожи на эту Захарию. Многие не верят. Многие сомневаются в том, что Дух сегодня говорит у церкви, я вам скажу. И этот усомнился. Вместо того, чтобы выйти, когда вышел, увидел это видение, когда услышал этот ответ от Господа, то вместо того, чтобы выйти и сказать, братья, сестры, смотрите, я в старческих годах, но меня Господь любит. Господь сказал, что у меня будет сын. Казалось бы, в человеческих силах уже невозможно этого. Но смотрите, посмотрите на меня. Верьте живому Господу, молитесь, не ослабевайте. Но получилось то, что получилось. И долгое время ему пришлось что делать? Молчать. И потом только мы видим, как Слово Божие приходит в действие. Знаете, молитва есть повиновение Духа Святого. Авраам, Господь однажды проговорил Аврааму, оставь все здесь нажитое, выйди отсюда, иди, и я тебе укажу куда. Вы знаете, если читаешь эту историю, кажется, ну так легко. Прочитал про того Авраама, оставил, вышел, пошел. Но представьте себе каждый из нас. Сегодня каждый из нас имеет квартиру. Каждый из нас имеет, может быть, и коттедж, еще что-то имеет. Много друзей, церковь прекрасную, служителей хороших, молитвенников хороших имеет. И Господь говорит, выйди. Но если сестра там выходит, ну понятно. Если суждено ей выйти, ну это уже воля Божья такая. Это такое растение, как одна сестра сказала, пока не пересадишь, его обязательно нужно пересадить. Ну это понятно, с этим соглашаемся. Но, дорогие друзья, выйти, идти куда, скитаться, не знавши куда, я думаю, каждый из нас задумал бы себя сегодня. Сегодня приглашаешь порою поехать куда-то, посетить церковь или где-то на молитву, и то люди не желают сегодня. А оставить все нажитое и пойти куда-то, чем более, братья и сестры. И я считаю, что это была очень трудная ситуация. Авраам решил трудную ситуацию, и нам показывает это пример. То, что мы сегодня, знаете, рано или поздно мы это все оставим, то, что у нас есть. Поймите правильно. Я припоминаю одно, когда мне было показано это преддверие рая этого. Я сегодня не могу, братья и сестры, вам рассказать и сравнить с чем-то. С этой красотой, которую я видел. Но сегодня лето, заходишь где-то в лес или где-то у кого-то цветы какие-то. Ну настолько красота такая, просто слов не хватает. Но если бы ваш глаз видел то, что Бог приготовил любящим каждому из нас, сегодня многие поменяли бы свою жизнь и тактику свою. Вы знаете, стоит стремиться туда, где Бог приготовил такую красоту для нас. Братья и сестры, это ж какая красота приготовлена для нас. Первое, то, что Господь спас нас, оправдал, простил и возлюбил любовью вечную. И еще Бог приготовил нерукотворный храм для нас.
эту красоту, где мы будем проводить остальную жизнь вместе с Ним. Насколько нас бы наполнила сегодня радость и переполняла бы наши сердца, чтобы порой не были, может быть, такие грустные. Вы знаете, иногда молитва для многих людей, она не наслаждение дает. Знаете, для многих людей сегодня, когда мы спим, получаем удовольствие, братья и сестры? Правда, получаем? Когда кушаем, получаем удовольствие? Конечно, получаем. А когда молимся, получаем мы удовольствие или нет? Братья и сестры, представьте, я вам хочу сказать честно, не все получают в молитве удовольствие. Потому что некоторым лучше сходить несколько раз на рынок, из рынка прийти, чем побыть на молитве. Это проще. Но я вам хочу сказать, сегодня мы тот человек блажен, который научился молиться. Тот человек, который научился доверять Господу. Знаете, блажен тот человек, который употребляется Богом, которого Бог употребляет в своем служении или в жизни в этой. Вы не понимаете, может, порою всего того, какое блаженство, когда Господь берет и пользуется тобою. Мы иногда не ценим, может быть, это, и не задумываемся об этом. Но какое это блаженство, что Господь презрел на такого, как я, и берет удел, и возвещает какую-то истину, и еще какую-то делает работу. Братья и сестры, разве это не блаженство? Разве это не радость? Что Царь Вселенной презрел на каждого из нас и употребляет нас, чем более в своем деле. Это же блаженство. А мы хотим иметь этого блаженства. Мы хотим, чтобы всегда наша молитва была услышана на высоте небес. Но знаете, иногда бывают в молитве и препятствия различные. Поссорился муж с женою, не примирился, пришел в служение, хочет прекрасно помолиться. Увы, не получилось. Почему? Потому что прежде чем ты принесешь жертву Господу, то должен что? Примириться. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Если мы хотим сегодня, братья и сестры, иметь мир с Богом, если мы сегодня хотим, чтобы наш Господь благословлял нас во всяком деле, то нужно научиться молиться такой молитвой, чтобы она открывала небо. Мне нравится, я не раз напоминал и напоминаю, это мое сердце запало, когда я еще пришел к Господу, одна сестричка из нашей церкви сказала такие слова. «Пусть я буду жить на стакане холодной воды и на куске черного хлеба, но я знаю, когда я преклоню колено, передо мною открыто небо». Братья и сестры, сегодня, я думаю, не каждый согласится с таким условием. Правда? Чтобы жить на куске черного хлеба и на стакане воды. Но сегодня, знаете, это временное все. Но какое блаженство, когда, я думаю, каждый из нас переживал, когда получал наполнение Божие, когда переживал присутствие Божие, и когда уходил с молитвы настолько вдохновленный, радостный, благословленный. Правда, казалось бы, это все, что есть у нас нажитое, это все суетное. Насколько это было легко, радостно и тепло. И сегодня, знаете, я некоторые смотрю, делом наброски, чтобы сказать, но я смотрю, почти я ими не пользуюсь почему-то. Не знаю чего, но хотелось бы говорить еще больше. Но если взять Илия, братья и сестры, я читал так Илию, смотрю и думаю, и сказано, Илия помолился Господу и сказал, разве по моему слову Бог может открыть или закрыть небо? И я так не раз думал, думаю, Илия, а немного ты на себя берешь? Как можно, знаете, как можно уверенно сказать, что по моему слову закроется небо, и по моей молитве откроется небо? Братья и сестры, как вы думаете, это дерзновение какое-то, или человек получил вразумление на это, чтобы мог так сказать?
Если по человеческому дерзновению, то можно сказать, о, это держись, потому что гордости предшествует падение. А если это Господь ему открыл, что действительно он может это сделать, то это да. И вы знаете, этот человек помолился, сказано, и не было дождя. И сказано, Илия был похож кому? Нам, братья и сестры. И сказано, 3 года 6 месяцев не было дождя. И потом опять Илия помолился, и Господь послал дождь. Но когда послал дождь, сказано, отрока заставил бегать 7 раз. Иногда, братья и сестры, я так рассуждал и думал. Иногда, чтобы получить ответ от Господа, ой, нужно побегать. Побегать нужно, и не один раз, может быть, на гору Голгофы. Забежать туда надо. Мы иногда хотим, чтобы за один раз что-то получить ответ. Но может, нужно быть не один раз побегать туда, на эту гору Голгофы, когда увидеть и получить этот ответ. Мы порой не задумываемся, правда? Иногда, знаете, дети Божьи путают, я хочу сказать, что мы иногда путаем исцеление и чудеса, путаем, потому что многие люди выходят за исцелением, когда молятся, а ждут в сердце чудо. Понимаете? А чудо не происходит, когда делаешь совершается молитва. И люди уходят удрученным сердцем. Но это две разницы. Чудо, когда Иоанн и Петр шли в храм, сидел хромой. Можно сказать, опять дерзнули, правда? Говорит, посмотри на нас. И этот человек, сказано, пристально смотрел. Но они говорят, ну у нас ни серебра нету, ни золота нету. Но что имеем, то даем. Во имя Иисуса Христа. Встань и ходи. Это чудо было. Правда чудо? Это было не исцеление, это чудо было. Потому что на глазах всех он поднялся и побежал. А исцеление может произойти через час. Может, пока ты придешь домой, а может, завтра появится. Это две разницы. Но здесь, братья и сестры, чтобы сегодня сказать такие слова, посмотри на нас, то нужно еще иметь здесь Христа. Нужно иметь что-то дать для людей. Если здесь нечего дать, то ты ничего, сколько раз смотри на тебя, ничего не увидишь. Кроме греха и порока можешь ничего не увидеть. Но если там живет Христос, как апостол Павел говорит, еще раз напоминаю, уже не я живу, но живет во мне Господь, то Господь не раздражается, не обижается, не завидует, не гордится, не произносится и тому подобное, то действительно можно взглянуть на такого человека. Пусть нас сегодня, дорогие друзья, братья, сестры, поможет Господь каждому. Сегодня я хочу сказать для тех людей, которые и на пенсии, может быть, думаете, что вас уже на работу не берут, но я хочу сказать и заверить вам, что сегодня есть для вас тоже труд. Труд – это молитвенника. Он может быть незначительный, невидный, но он ценный перед глазами Божьими, в глазах Божьих. Это очень ценный труд. Начните молиться за проповедников, начните молиться за пастыров, начните молиться за хористов, за молодежь нашу, которая прекрасна у нас есть, за сосуды в церкви, и Господь вас в дальнейшей жизни благословит. Пусть вам несет, пусть, скажем, Господу несется слава, хвала. Аминь.